Эй, Фред. Что? Ты не задолбался лететь просто? Сколько там еще осталось лететь? Слушай, по-твоему, я считаю, я вообще без понятия. Да уж, надоело, конечно, лететь. А, это тот чахоточный, смотри, который посадили. Помнишь, мы в аэропорту с ним сидели? Ну, он мне с самого начала не понравился. Я вообще без понятия, как его сюда впустили в самолет. Ну, он грязный, как бомж, и кашляет. По-моему, тут всех перезаражает. Ладно, я буду смотреть в окно, мне не до этого. А, окей, я тогда пойду прогуляюсь. Ну, ты понял. Черт. Сейчас выйду, подожди. Слушай, Нейзи, ты скоро там выйдешь? Просто нам поговорить нужно. Сейчас. А, ну чего тебе? Ну, мне не по себе стало, я там сидел. Там какой-то парень, помнишь того чахоточного, да, который кашлял все время? Кашляет, да, ну. Он начал рычать и какие-то звуки издавать, я... Нечеловеческий просто. Я вообще не понимаю, что там происходит. Мне стало не по себе, поэтому я к тебе пришел и хотел обсудить это. И чего делать? В смысле, давай пойдем посмотрим, мало ли. Ну вот я и хочу тебе показать, то есть давай, может быть, пойдем. Вот, не знаю, то есть я не хотел там сидеть. Пошли, что ли? Давай. Как бы нечеловеческий. Ты сейчас сам посмотришь и удивишься. Это... Что за? Фред! Фред! Твою мать, что за паника? Зачем кто это? А? Кто же? Он даже укусил человека! Да! Черт, черт, черт! Фред, Фред, Фред! Твою мать, Фред, ты где? Сюда, в хвостовую часть самолета идем! Я тебя потерял! Там паника, нужно уходить отсюда! Куда, 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 куда? Туалеты! В туалет, давай! Слушай, здесь дверь открыта! О, давай! Это похоже на... Это багаж! Багажный отсек, то есть, да, да, да! Это реально багажное отделение! Твою мать, Фред, что это... Почему все паникуют? Что случилось? Я видел, как он укусил человека. Это существо, это было похоже на того чахоточного, помнишь, которого я говорил, который рычал и все дела. То есть, я сразу подумал, что что-то не то, то есть, и сразу ушел, я же тебе говорил. Твою мать, ты слышал, как он орал? Я видел кровь даже. Да. Я без понятия. Слушай, мне кажется, нам не стоит возвращаться ни в коем случае туда. И кажется, нужно найти что-нибудь под руку, чтобы обезопасить себя. Да, да, типа, да, да, да. В багажном отсеке, может быть, посмотрим, что здесь есть. Давай, давай, давай. То есть ты, стоп, серьезно? Ты будешь лазить в чужих вещах? Ты прикалываешься, что ли? Там только что это существо кусало людей. Ты крики-то слышал вот этих людей? Ты, да. Это ненормально, я не думаю, что это решится. Так может, это просто больной, больной человек. Конечно, больной. Смотри, то есть, чтобы тебя не заразили. Окей, может... Ладно, я тогда поищу. Я ничего не нахожу такого, чтобы... помогло нам. Фред! Фред, подойди. Смотри, что такое? Откуда у тебя пистолет? Я его тут нашел. В коробках? Просто в коробочках пистолет нашел? Да. Ты серьезно? Да. Это, видимо, какой-то багаж какого-то военного, я не знаю. Ну, слушай, это, кстати, очень кстати. Ну, потому что... А, и хорошо, у тебя есть пистолет, а я что? Попробуй да, поискать, слушай, еще что-нибудь. Ну, хорошо, я не знаю, потому что... Тут есть еда даже. Ну, нам еда сейчас не особо нужна. Так, я перезарядил его. Слушай, слушай, я нашел меч. Меч? Это мачете. Что будем делать? Я не знаю, может быть, стоит посмотреть, что там происходит. Давай. Может быть... О, стоп, что это? Уже... О. Ну, слушай, погоди, я точно такой же видел в комнате, где стюардессы сидят, знаешь? Да. Когда шел к тебе в туалет, то есть, ну, в туалет ходил, чтобы с тобой пообщаться, я видел точно такой же. Что это может быть? Наверное, это типа для связи с пилотом или типа того. Да, не, перестань, иди, что будет делать...
багажном отсеке какой-то телефон, связь с пилотом, да? Ну, прекрати. Серьезно, что ли? Да не знаю, ну, может, блин... Знаешь, когда загружают вот эти все коробки сюда, то мало ли там, типа, закрыть что-либо. Может, проверь, потыкай что-нибудь, посмотри. Давай, давай. Может быть, серьезно, можно связаться с кем-нибудь. Это бы нам не помешало. Ты слышишь шипение? Да-да-да. Ну и... Да, я слушаю. О, здравствуйте. А что происходит в самолете? В смысле? Я не знаю. Там паника. Я вижу, вам следует... Что следует? Черт! Твою мать! Почему связь пропала? Алло! Эй! Что? Черт! Блин! Что случилось? Я не понимаю, что такое? Знаешь, как будто перекусили шельпровод или типа того. Я не знаю, почему он перестал работать внезапно. Я тебе говорю, то есть, раз уж это связь пилота, может быть, тогда пойдем в комнату, где стюардессы сидят? Точно такой же видел, серьезно. Мне могло показаться, конечно, но стоит попробовать. Сквозь толпу? Слушай, у меня до сих пор не выходят все эти крики людей и... Слушай, как думаешь, а почему сейчас не слышно ничего? Может быть, потому что дверь плотно закрыта и звук не проходит? Или, да. Может, уже все успокоилось? Может, проверим давай? Наверное. Может, его утихомирили, этого чувака. Только не доставай пистолет, это может испугать людей. Конечно, окей. Пошли посмотрим, что происходит. Я открываю тогда, да? Да. Окей. Пошли. Убери мачете. Идем. Не, я нож лучше уберу. Тихо. Это тут. Он увидел нас! Нейди, тихо. Помогай мне! Ты как, Нейди? Мы его... Черт, мы его убили. Это был тот самый тихоточный. Да. Значит, то есть, там люди, получается, все нормально? Наверное. Убери пока пистолет. Окей. Убери пока пистолет. Мы только что его убили. Но он шел у нас, я не знаю. А, твою мать! Так, тихо. Что там было? Черт. Ты посмотри. Что там было? Их там дофига. Таких же. Ты шутишь? Смотри. Тихо, закрой. Один прямо здесь. Да. Давай с другой стороны обойдем. Что делать? Не сидеть же здесь. Я не знаю. Нам нужно связаться с пилотом. Да. Окей. Доставай мачете. Слушай, а если мне показалось, и в комнате стюардесс все-таки не этот же аппарат? Есть ли да смысл вообще туда идти? Тогда попробуем к пилотам пройти. Ну давай все равно сначала к стюардессу. Да, пробовать надо. Еще там видела... Господи... Ай... Слушай, давай, может быть, ты откроешь и начнешь палять по ним? Сколько у тебя вообще патронов-то? У меня около 10 обоим. Ничего себе. Ну, я думаю, что хватит. Я, в принципе, думаю, что надо бы уже, наверное, пробовать, потому что времени не так много. Ты сам понимаешь, что самолет сейчас... Да, все, давай. Черт. Ладно, с одним справились. Черт, ладно, давай. Давай ты будешь дальних отстреливать, я буду ближний на себя брать. Черт, сколько там крови? Нейди, я открою здесь. Пошли, Нейди! Пошли! Идем! Давай, я беру себя ближних, а ты дальних отстреливай! Отстреливай их! Даже пистолет, Нейди! Черт, перезаряжайся! Проходим, отстреливай их! Сюда, Нейди, сюда, ко мне! Давай, ты где? Уходим, быстрее, уходим! Черт, перезаряжай! Патроны! Черт! Нейди, тут еще, уходим, другой выход! Да, быстрее, пока они не прошли еще. Они пошли. Не дай укусить себя. Окей. Не дай себя укусить, Нейди, пожалуйста. Их слишком много, они загружают. Черт. Они загружают, Нейди, беги. Сюда. Отстреливай. Я их не держу. Пошли сюда. Вот эта комната. Быстрее, проходи. Заходи. А если они проберутся, их там много. Вот он. О, я же говорил, вот он, да. Тот самый. Окей. Слушай, давай, раз уж ты там связывался, попробуй здесь связаться. Давай. Они ломятся сюда, я попробую сдержать их. Окей. Прием.
Кто это? Те, кто звонили из багажного отделения. Вы выжили? Да, мы нашли пистолет и мачете. Вам повезло. Вам срочно нужно убираться с самолета, потому что как только мы сядем, то сразу по самолету откроют огонь военные. Как? В конце багажного отделения есть люк. Там лежат парашюты. Мы разблокируем вам передние двери, как только вы найдете парашюты. Хорошо. Фред. Они ломятся, посмотри. Что ты выяснил? Нам нужно добыть парашюты в багажном отделении. Ты, видимо, шутишь? Мы только что с него вышли. Он сказал, там есть какие где-то... парашюты? Он сказал, там есть где-то люк скрытый в самом конце. Ищи люк, мы там только что все обыскали. Какой люк? Серьезно? Да. Мы только что с тобой еле-еле прошли, меня 4 раза не съели. Я пока бежал, чуть не споткнулся пару раз и не упал. Ты представляешь, что было бы, если я упал? Черт. Как ты представляешь, что мы вернемся обратно туда? Смотри. Как ты себе это представляешь? Они все с той стороны, значит, надо пройти к этой. Стоп, ты сказал парашюты? Да. Ты серьезно хочешь прыгать в самолет? Я никогда не прыгал. Тогда нас военные разбомбят, как мы только зайдем на посадку. Господи, блин, я больше всего не хочу возвращаться туда. Эти твари с этой стороны. Здесь. Посмотри, что с той стороны. Эти твари прямо здесь. Посмотри, что с той стороны. Черт! Убивай! Давай, проходи, у тебя пистолет. Погоди. Пошли. Я буду их... Бить, уходи на... Отходи, прочищай путь. Пошли. Я их пока сдерживаю. Сюда. Быстрее проходи, прочищай путь, говорю, они нас окружат. Черт, перезаряжаюсь. Сзади. Черт. Пошли. Сейчас не упусти, Надя, будь аккуратней. Черт, идут, пошли. Их там очень много, они идут. Здесь их уже не так много, но закрывай, они с нами. Закрывай. Все, пошли. Закрывай. Фух. Так, он сказал где-то в самом конце. В самом конце. Давай ищи, я вообще без понятия. Люк, в самом конце. Я нигде не вижу никаких люков, да, видимо, он придумал, я не знаю. Зачем пилотам... Сплошные коробки. Вот! Кого? Это что? Это люк. Там реально есть парашюты, посмотри. Да, держи. В смысле? Держи. Нези, ты не можешь просто взять парашют и выпрыгнуть с самолета. Как ты себе это представляешь? Он сказал, что разблокируют двери, как только мы найдем парашюты. Надо снова ему сообщить, что мы нашли, что мы целы, что мы здоровы. Все нормально. То есть ты хочешь сказать, что нам нужно выйти опять же туда и пройти этих мертвецов заново? Да. Опять к тому телефону сообщить ему? Да, и он разблокирует двери, мы сможем их открыть вручную. Ну, по одному действовать точно не вариант, нам нужно опять же идти вместе. Конечно. Ладно, Нейзи. Я думаю, что времени у нас совсем нету, так что давай мы, наверное, с тобой уже сейчас выйдем. Давай. Пошли. Нейзи, только в этот раз чуть аккуратнее, пожалуйста, тебя чуть не укусили. Окей, пошли. В первом отсеке, там, вестердекс, там их очень много скопилось, потому что мы там долго сидели, и они там за стенку зашли как-то. Нас караулили, видимо, я не знаю. Давай. Здесь их не так много должно быть, я не знаю. У тебя патроны кончатся, пожалуйста, не трать. Окей. Лучше я их буду рубить, а ты будешь отстреливать. Который дальнейший. Вместе проходим по одной линии. И если что, стягаемся на другую. Затем сзади обходим. Сзади найди. Аккуратней. У меня чуть... Поворачивайся к ним спиной. Чуть не куснул. Слушай, мы их так не сдержим, мы их не сможем. Черт. Сюда. Пошли. Бегаем, мы не сможем их всех перебить. Ты это пойми, мы не сможем их всех перебить. Я и не собираюсь, пошли. Попробуй ускользнуть. Побежали. Они толкаются. Черт. Уходи, пошли, продвигайся пошли. Быстрее, уходи, пока есть время. Заходи. Быстрее, я пока их сдерживаю. Заходи. Звони им. Так, окей. Мы нашли парашюты. Отлично. Так, сейчас. Все, я разблокировал передние двери. Открывайте их, прыгайте. А разгерметизация? Ничего, у нас все закрыто. Окей, удачи. Так, окей. Фух, перезаряжаюсь. Фред. Ты их там слишком много, у меня уже нет сил рубить голову. Давай чуть-чуть передохнем.
Смотри, сейчас нам нужно пойти к тем передним дверям. Он их разблокировал, две двери. И открыть одну из них. Кто-то должен открывать, а кто-то должен сдерживать. У тебя пистолет. Ты сам понимаешь, что ты очень важно. То есть для ситуации ты очень важен, и ты должен стрелять постоянно, не останавливаясь. От меня толка мало. Окей. Поэтому давай я открою дверь, а ты будешь прикрывать меня в это время. Ладно, давай. Только я до сих пор не понял, к каким дверям нужно подойти. Ты мне покажешь дверь? Вон там вот, которая впереди, думаю. Потому что это передний, там как бы кабина над нами. Я уже не могу здесь находиться, их эти крики. Давай уже закончим, совсем всем покончим. Давай быстрее. Только с какой стороны выйти? Давай присутствуйся. Стой, с этой. Окей, давай. Ты уверен? Черт, нет, там их больше. Они прямо здесь в упоре. Ну, будь готов отстреливать. Давай, я открываю. Слышишь? Давай. Я открываю, ты отстреливай. Давай. Минус. Пошли. Давай. Пошли. Черт, вот он, открывай. Погоди. Пошел. Давай, открывай. Черт. Готовься, лези. Что, я не слышу. Черт, давай, прыгай. Залези. Прыгай. Пошли.